Всем привет, с вами я, Кухня Смайл. И как вы думаете, что мы делаем? Мы идем на остановку, едем в приют. Я не одна, я тут с Настей. Настя там ищет, как ехать. Вот. Собственно, нам на проспект Ленина, на 83-й. Вот. Фух. А мне жарко. У нас погода обманчивая, но мне жарко. Поэтому мы вернемся к вам, когда, наверное, уже доедем. И идем вот туда, короче. Там мы видели, ну, по крайней мере, я видела, что там есть люди, которые стоят и ждут. Вот. А мы сейчас пойдем по дороге. А Настя опять заливает в телефон. Как вы можете видеть, мы уже гуляем. Настя гуляет с Шелби, я гуляю с Дуксом. Ну, в принципе, приключения есть. Ну, да ладно. Нужно просто пережить. Дуксик. Что там, дети? Собачки нам очень нравятся. Наши котики набегались, пить хотят. Дукс! Дукс! А сын Серега, она просто не переставая. Ну, скажу, блин, я столько воды потеряла в организме. Давай-ка. Ну, голова-то, конечно. Дукс! Ну, прикольно, что когда мы шли, от них даже не воняет. Я к ним присела, к ней. Да. У меня не воняет даже сильно псиной. Просто реально чистоплотная собака. Можно я ее подержу? Доксик, мы к вам приедем еще. Я хочу, чтобы вы приедете. Я хочу курировать. Спросить будет ее. Где мать? Аккуратно. Я хочу курировать. Шелбочка. Шелбочка. Да, твой характер нас зацепит. Докс. Блин, подожди, это в капюшон упал. Зелёный. Я хочу к тебе. И ты мне тоже. Я, короче, меня с девочками не было. Мне парни больше нравятся. Синочки. Боже, какие вы социальные. Бози. Смотри, тут еще есть, тут только двое. Какие вы красавцы! Какие ты же красавица! Да. Мухтар! Красавец Мухтар! Красавец! Красавец! Да.
еще, красавец. Вот еще. Пати Ник. Пать, кто из вас Пати? Пати, а кто Ник из вас? Девочка, Ланочка. Да, это не то, что, конечно, приют, который у нас и собак Нора. Ты такая зайца красивая.